Вас вітає служба інформації телерадіо компанії «Гомель», у студії Маргарита Шубукова. Добрий день. На Гомельщині визначили ліпшого директора середньої школи. Сьогодні тут завершився обласний конкурс професійного майстерства серед керівників навчальних установ. Хто він сучасний директор? Загадчик господарка, який відказує за забезпечення школи різними речами, від меблі до миючих сродків, чи креативний чоловік, який генерує нові ідеї? Разом жюри відказ на це питання шукав Олег Сінцюров. Лепшего керовника научальной установы у Гомеля вызначали у другий раз. Сёлета, у першем заводшном этапе, удел приняли 32 директора средних школ практично из усих районов области. До финалу дошли 9. Причем усе без выключения свержают. Это заслуга не их особиста, а усяго коллективу. Конкурс профессийного мастерства сирот керовников средних школ – совместный проект Гомельского областного управления эдукации и областного института развития эдукации. Ничего аналогичного у інших регионах краины покуль нема. Сирот наставников лепших вызначаюсь, а праца директоров не опынулась литерально по законкурсам. Меж тем, у этих людей так само есть чему поучиться, и не только на уроках. Этот конкурс ломает стереотипы, согласно которым директор школы – это такой своего рода завхоз. На самом деле это не так, и сегодняшний конкурс позволяет увидеть нам, что наши руководители системы образования – это одаренные, творческие, креативные люди. Фіналіст конкурса – директор Брильовської середньої школи Ігор Сіалюк з династії педагогів. Їх агульний сімейний стаж амаль 150 років. Каже, що сьогодні означають школу зовсім непросто. Необхідно не тільки передбачити перспективу, але і реалізовувати нові ідеї разом з колективом. Пошуку нестандартних методів підготовки навученців – це тичиться так само. Учебні програми, учебні плани ніхто не відміняв. І тому ми обов'язані працювати в відповідності з діючими нормативними документами. Но нужно сказать о том, что любой учитель, если это действительно настоящий учитель, он к любому делу отнесется творчески, он внесет какие-то свои изюминки, переработает какие-то материалы и попытается подать материал детям таким образом, чтобы он был интересным, чтобы он был доступным. По великим рахунку, конкурс профессийного мастерства сирот керовников установ средней эдукации – это не только вызначение лепших директоров, але и повышение престижу профессии наставника у вокулем. При этом все погоджаются, покуль этот престиж находится не на вельми высоким уровне, не в опошнюю чергу по причине относно невеликой зарплаты, особливо у молодых педагогов. Коли изменится такая ситуация неведома, але отповедные спробы предпринимаются, сегодня у трех школах Гомельской области проходит апробацию пилотный проект по так званым нормативным финансованию. У нас выделяется определенная смета в зависимости от количества учащихся. Чем больше учащихся, тем престижнее учреждение, тем больше денег выделяется на год учреждению образования. И руководитель, как опытный менеджер, может ими распоряжаться. Формирует сам смету, планирует закупки. Конкурс профессийного мастерства сирот керовников установ адукации Гомельской области проходит один раз у два года. Магчыма, праз гэты час вызначаць лепших сирот их урэшце пачнуць и на республиканском узроўні. Зараз на Гомельщине працуют больше 2800 директоров и их наместников. Это великий потенциал и великий опыт, каким тут не супраць поделиться с іншими. Олег Сінцюров, Ігор Марищенко, телерадиокомпания «Гомель». У апошні гады у Беларусі активно реалізуються сумісні проекти системи адукації банківської супольності по повышенню фінансової письменності. Одним з таких стала Республіканська олімпіада серед школьників. Обласний етап інтелектуальних баталій пройшов у педагогічному коледжі ім'я Выгодского. Упершиню олімпіада по фінансовій письменності серед школьників пройшла у минулому годі. Її ідейним натхняльником виступило управління Нацбанка Республіки Беларусь. Ініціативу підтримало Міністерство адукації. У гэтым годзе на першым этапе олімпіады свої віды проявили 700 старшоклассников, однако с заданием справились только 75 из них. Яны и приняли удел у областным туре. Лепшие были узнагороджены серебряными злитками. Цель ее, в общем-то, прозрачна и понятна. Это привлечь ребят к тому, что нужно понимать и знать, как распоряжаться деньгами. Научить их этому, освоить азы нормативной базы, документов, которые регламентируют это, ну и просто научиться правильно пользоваться деньгами. Сегодня у раскладе школьников нема предметов в учении, якого могло бы обеспечить подрыхтовку до этой олимпиады. Однако у некоторых школах есть факультативы. Уносить их у расклад тене, кожная установа вырашает самостоятельно.
достойно. И Министерство адукации спадзяецца, что проведение этой олимпиады для школ станет своеобразным стимулом для включения факультатива в учебную программу. А кроме же додатковых занятков, крыницей финансовой информации для школьников служат и сами банки. Подсказывали информационно и подсказывали практически, и выезжали на места. То, что было запросено, все вопросы были подняты и все вопросы были обсуждены между всеми участниками финансового рынка. Несколько месяцев тому у структуры Национального банка Республики Беларусь появился отдел финансовой письменности. Его уголовная функция – повышение уровня адукованности населения. Сирот форм работы, кроме учебной олимпиады, встречи и лекции на предприемствах и в установах. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Черговая телефонная размова с жыхарами регионов по хвалючих их пытаниях отбудется завтра. Представники улады проведут прямые линии. С 9 до 12 годин с ворота громадян будет принимать первый наместник старшини Гомельского областного выконавшего комитета Александр Владимирович Максименко. Номер телефона у Гомеля 75 12 37. Параллельно прямую линию проведет первый наместник старшини Гомельского городского выконавшего комитета Павел Евгеньевич Павлов. Звонков от жыхару областного центра шакают по номеру 75 19 84. Як и завсёды, по субботах прямые линии будут организованы так само у районных администрациях и райвыконкамах. С 1 снежня автомобилистов обовяжуть выкарыстовывать зимовые шины. За невыканание распоряжения их шакая административное покарание. У кольки обыдется язда на летних шинах, як будут отсошивать порушальников. За отказами на гэты и іншы пытанні наш корреспондент Ганна Ковалева звернулась в областное управление Дзяржаўтаінспекцыі. Интервью с наместником начальника управления Андреем Гаркушей глядите у программе «Новины тыдня» у неделю у 20:30 на телеканале «Беларусь-ШТ». Тое, что у податковой инспекции Гомельской области працуют не просто профессионалы, а и сапраўдные жанчыны, николи не было сумнений. Яшчэ одним доказом гэтага стала перамога представниц Гомельской службы на республиканском конкурсу профессийного майстерства супрацовников податковых органов республики, выники якого подвели недавно у Минску. Як проходил конкурс, какие выпробования довелося перадолить его удельницам, что было самым тяжким и у чым сакрэт поспеху гомельских инспекторов. А так само змену у податковом законодавстве и какие прогнозы можно зарабить на 2016 год. Про гэта пойдзе размова у студии чергового выпуску телешоу «Добрый вечер, Гомель». У другим блоку программы анонс музычного проекта «Аэростат», який на днях отбудется у Гомелі. И музычные подарунки для телеглядашоу от артистов Гомельского продюсерского центра «Артбиз». Глядите «Добрый вечер, Гомель» сегодня у 19 годин на телеканале «Беларусь-4 Гомель». Новини региона, информацию о проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершены. У студии працавала Маргарита Шубукова. Усяго доброго и до встречи в эфире.